В этом видео я покажу, как работает электромагнитный уменьшитель. Супер! И расскажу, почему предметы уменьшаются в размере. Сердцем этой установки являются огромные импульсные конденсаторы, каждый по 50 кг весом, которые мы заряжаем от 3 трансформаторов из микроволновок до 10 тысяч вольт. Затем всю накопленную энергию буквально за миллисекунду мы высвобождаем в катушку из медной проволоки, внутри которой находится предмет для уменьшения. Сейчас увидим, как работает инфляция. Безопасность. Я в руках 10 киловольт, давай. 3. Выделяется энергия в 10 тысяч джоулей. Это больше, чем от 4 пуль из Калашникова. Ой, вон она. Аккуратнее. Ой-ой. Вот оригинал, вот результат. И полосы пошли. От витков 5-рублевая монета стала меньше 1-рублевой. Инфляция 5 раз. Горячая. Катушка взрывается, а предмет внутри нее уменьшается. Вот такой вот интересный эффект. Проволока довольно толстая, разлетаясь, вот что делать с кабелем. Оргстекло пострадало от осколков проволоки. Да. Здесь энергия приблизительно как после взрыва 2-3 граммов тротила. Импульсный ток через катушку достигает 100 тысяч ампер. Чтобы включать столь мощный ток, мы используем игнитронный разрядник ИРТ-6, в котором 300 грамм ртути. Это блок поджига. Чтобы завести это устройство, нужно подать первоначальный высоковольтный импульс. 3 киловольта, да. Таким способом, по сути, можно уменьшить любой подходящий предмет. Что-то там есть такое. Чуть-чуть жалость. Ну. Даже какие-то оповедят. О, горяченькая, да? Ну-ка сравним с нашими. Ауч. Ну она нормально вообще ушла в размер. Она волнами пошла. У меня над головой что-то пролетело. Я прям волосами почувствовал, как что-то пролетело. Ну а в конце мы решили немножко пошалить и разрядить эти гигантские конденсаторы на металлический магний. Добавим немножко марганцовки, это нам не повредит. Вставляем электроды. Продвинутая версия петарды. А теперь главное покрепче закрыть уши. Давай, Никита. Вот это понимаю детонация. Смотри, там это. Ну вот, теперь нам пора бежать отсюда, так как все помещение заполнилось токсичными парами. Вот это марганцовка была. И никакая триперекись экстона еще на органе. А вот в следующем ролике Никита захотел настоящего безумства. Пропустить через себя миллионы вольт из трансформатора Тесла. Нет, не из этих. А вот из этого гиганта.